Привет! Вы наверняка смотрели передачи, в которых показывают альпинистов и их восхождение на самые высокие горы в мире. Или дайверов, которые погружаются под воду на десятки метров. А может быть, и сами ныряли в прорубь с ледяной водой. Со стороны это может показаться веселым развлечением, а тем временем организм человека испытывает серьезный стресс. Из книги «На грани возможного. Наука выживания» вы узнаете, как организм человека реагирует на экстремальные условия, не предназначенные для жизни. Автор книги Фрэнсис Эшкрофт преподает физиологию в Оксфордском университете. В своей жизни она поднималась на гору Килиманджаро, погружалась с аквалангом и ныряла в ледяную воду. То есть не понаслышке знает, о чем пишет. Если вам интересно узнать, какие силы действуют на организм во время взлета и посадки космического корабля, что происходит, когда йог ходит по раскаленным углям, и как возможно пробежать больше 40 километров за 2 с небольшим часа, то эта книга для вас.